Благоустроенный водоем в поселке совхоз имени Ленина – излюбленное место отдыха местных жителей. Здесь проходит и большинство мероприятий. На этот раз поводом собраться всем вместе послужило празднование Дня семьи, любви и верности. На нескольких спортивных площадках спортсмены, любители активного отдыха и тренеры Центра физкультуры поселка давали мастер-классы. Урок по пилатесу привлек немало зрителей. Эта система тренировок позволяет человеку научиться управлять своим телом. Мы учимся управлять своим телом, мы тренируем мышцы. И плюс эта система очень положительно влияет на наш позвоночник. Это оздоровление позвоночника, развивает гибкость, красивую осанку. Рядом творческие площадки. Одни с увлечением мастерили карту мечты, другие зажигали в танцы, а третьи писали письма. Надежда Лаптева адресовала теплые слова своей маме, которая живет за 1000 километров от нее. И хоть созваниваются они часто, порой только письмо способно донести нечто большее. Мне кажется, когда мама откроет и прочитает эти слова, и всегда это письмо, записка будет при ней, когда ей будет там тяжело или хочется вспомнить обо мне, она откроет и прочитает эти добрые слова, ласковые. Эта площадка задумывалась больше для молодежи, которая в наш век высоких технологий уже не пишет трогательных писем признаний в любви. Сейчас первые прошли мимо меня 14-летние дети, ну, может быть, им 16 лет, я не могу сказать, на скидку. Я их все-таки уговорила подойти попозже. Они не знают вообще, о чем писать, но мы с ними научимся. Научиться уважать и ценить друг друга, любить и дружить, пожалуй, это самое важное. Без этого не построишь крепкой семьи. Кстати, на празднике по программе развития села трем молодым семьям были вручены сертификаты на квартиры. Мы участвуем в этой программе уже давно, и в этом году мы участвуем непосредственно поселением. Раньше в этом участвовал район, а сейчас мы конкретно взяли эти полномочия на себя. Новый дом обрели не только молодые специалисты, но и пернатые. В День семьи, любви и верности на поселковом пруду появились две необыкновенно красивые, грациозные пары лебедей. Союз этих прекрасных птиц – наглядный образец крепких семейных отношений. Лебединая семья никогда не разлучается. Они вместе плавают, добывают пищу, строят гнездо, воспитывают детей. Может, пора и людям брать с них пример. Татьяна Акимова и я, Дамия Евгений Садовский, Видное ТВ.